Звездопад должен быть заметен с любой точки планеты, но наилучшие условия наблюдения именно в России. По информации московского планетария, продлится метеоритный дождь до конца недели. Но в основном это будут редкие метеоры. Однако, как говорят ученые, возможность посмотреть на падающие звезды и загадать желание еще представится. Ближайший пик звездопада ожидается 20 ноября.